Неформальная занятость в России достигла более 20% всего работающего населения страны, а это 15 миллионов человек. Таковы данные Росстата. Как можно снизить уровень теневой занятости, обсуждают сейчас на всех уровнях. Министр экономического развития республики Владимир Аврелькин провел совещание с представителями администрации муниципальных районов и городских округов. Розничная торговля, сельское хозяйство и строительство. Таков антирейтинг отраслей, где больше всего трудятся неофициально. Самые распространенные случаи, конечно, это с которыми надо бороться, то, когда работодатели не оформляют трудовые отношения с работниками. Таких фактов допускается постоянно масса. К сожалению, действительно, многие индивидуальные предприниматели, организации, они вынуждены прибегать к таким схемам, чтобы получить максимальную прибыль, уйти, занизить свою налогооблагаемую базу. Впрочем, в борьбе с беззаконием главное не переусердствовать и самому не стать нарушителем. К рейдам по выявлению нелегальных работников есть ряд требований. Администрация города собирает информацию о том, где выявлялись нарушения, какие отрасли наиболее подвержены нарушениям. И потом уже в ходе совещания мы принимаем решение о том, где, в какой примерно промежуток времени, период, будут проведены рейды. Во всех рейдах, чтобы они были действительно, эти проверки в ходе рейдов, законными, обязательное участие должен принимать прокурор. Участники также обсудили легализацию серых зарплат, вопрос оформления трудовых отношений.